Фонд «Подари жизнь», который создали Чулпан Хаматова и Дина Корзун с 2006 года, привлекает деньги на лечение детей, больных онкологическими заболеваниями крови. За это время усилиями фонда «Подари жизнь» собрано и передано детям более чем 900 миллионов рублей. Сегодня под опекой фонда пока находятся дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями из 7 клиник. Можно было бы подумать, что Чулпан не нужно ничего делать, чтобы фонд работал. Только представлять фонд на больших мероприятиях вместе с Диной и появляться иногда на телевидении. Действительно, на Западе звезды напрямую не участвуют в работе фондов, а являются только лицами благотворительных акций. В фонде «Подари жизнь» по-другому. Дина и Чулпан участвуют непосредственно в административных делах, находятся в очень тесной связи с врачами, с волонтерами, детьми и родителями. Поражает своей искренностью цитата из одного интервью Чулпан. Мы хотим, чтобы дети были предметом любования и восхищения, а не предметом скорби. Детский рак излечим. Это опасное, тяжелое, но излечимое заболевание. Каждый год в России около 5000 детей заболевают раком. Но мы больше не боимся думать об этих детях. Мы знаем, что им можно помочь. Мы знаем, как им помочь. Мы обязательно им поможем. Далее в выпуске «Новости культуры».